Как вас зовут? Александр. Здравствуйте, Александр. Может, хватит здороваться? Может быть, хватит командовать? Мы слушаем вас, Александр. Да, я Хама Грубия. Но если вам нужна какая-то помощь, а она, я вижу, вам нужна, я готов. Дверь закрой. У вас непростая работа. Вы принимаете на себя чужие стрессы, и все это надо как-то сбрасывать. Я смотрю, вы много знаете. Ну что ж. «Вечная жизнь» Александра Христофорова в кино с 18 октября.